Здорово, бандиты и бандитки, с вами, как всегда, спикер, и продолжается РДР Реальная Жесть. Мы продолжаем выживать, и пишите много комментариев, что скоро придут охотники за головами на твою голову, назначат награду 300 баксов, и тебя убьют. Я обыскал здесь, маленько пожил, обыскал здесь, и смотрите, маленько разжился, у меня уже 18 баксов. То есть в шкафчиках золотые часы, которые можно тоже продать. И у меня появилась, смотри-ка, у меня появилась на карте черепа. Секундочку, это кто такие? Воу-воу-воу-воу-воу-воу, охотники за головами! Я только про них говорю. Погоди, у меня есть... Они ко мне идут. Они реально идут ко мне. Так, карабин остался там, у меня есть только револьвер. Артур, у нас серьезные проблемы. У нас серьезная проблема на эту серию. Слушай, ну это охотники. Слушай, они где-то тут поблизости. Они очень близко. Они как-то, знаешь, встали в кружок. Видишь, как радиус у них. Они встали в кружок. Как спецназ работает. ОМОН. Так, хорошо, Артур. Мы бандит. Мы главный преступник. Нам нужно, понимаешь, наверное, найти поезд. И на поезде очень далеко уйти. Они наступают. Воу-воу-воу. Они наступают. Так, хорошо. Что будем делать? Что делать? Да что? Перестреливаться! Ну что, ребята, не ждали, да? Охотники за головами, погоня. Воу-воу-воу. Вот это уже интересно. Это уже интереснее, понимаешь? Это не шериф уже. Но заходи по одному. Они окружают. Вот это да. Моя лошадка очень подарит. Сколько? Сколько их там? Четверо вижу. Пятеро. Нет, четверо всего лишь. Четверо. Минус один. Воу-воу-воу-воу-воу! У них есть оружие. У них есть отличное оружие. Перезарядку их еще трое. Так, окошко. Окошко простреливается. Спокойно. Красотуля, стой на месте. Это Дикий Запад. Их трое еще. У них есть отличное оружие. Обязательно мы возьмем. Ты смотри! На бронежилете, да? Воу-воу-воу-воу-воу, не так быстро. Остался последний. Вот это да. Вот это пушки у них. Вот это да. Вот это я понимаю. Слушай, ну это реально круто. Это реально круто, потому что я смогу взять карабин. Карабин какой, что ли? Есть шляпа. Есть много разных шляп. Есть револьверы. Шляпа. Ограбить можно. Сколько там денег у тебя? Сколько денег? Ну? 2 бакса. Ну неплохо, в принципе, знаешь, неплохо. Можно ограбить. Слушай, это реально настоечки, патроны. Вот это да. Заложник еще плюс, да? Все вместе. Вот это я понимаю. Поворот событий. Слушай, ну это неплохо. Слушай, карабинчики. Ограбануть. Шляпы к черту. Они все уже в крови, все прострелены. Шмонаем трупы. Мародерствуем, конечно, друзья, ну понимаешь, мы выживаем на Диком Западе. Мы не собирались фермами заниматься. О, даже колечко, вот это да, понимаю. Так, ну что нужно делать? В этой ситуации нужно просто все дело поджигать. Мы всех ограбили, да? Всех ограбили, все взяли. Так, и что у нас получается? Карабин магазинный. Старый. Слушай, погоди, карабин, вот это что за карабин? Это что за карабин взять? А я могу, не могу взять это оружие, что ли? Проблемы. Нормально, придется покупать уже хорошее оружие самим. Все дело нужно поджигать, но у нас нет коктейля Молотова. Мы всех горбанули. Слушай, у них стопудово есть лошади. А где их лошади? Так, не вижу лошадей. Там есть сумки, там есть какие-то припасы. Ты где, моя хорошая? О, побежал. Погоди, это не ты? Или ты? Красотуля! Красотуля! Нет, это не ты моя. Иди сюда, моя хорошая. Так, уходим. Уходим от стужа. Понимаешь, с места преступления мы должны уходить. Овечки, пошли вперед! Я, конечно, не пастух. Все нормально. Охотников перестреляли. Это было жарко! Они довольно серьезные ребята, знаешь, я стрелял в сердце практически, в грудь, они реально пробивались. Что такое там сзади еще? Так, масочку снимаем, мы нормальный мирный житель. Нам нужно уходить намного дальше отсюда, от Валентая.
пока у нас есть мясо, да, слушай, мы сыр, мы яблоки набрали, есть чем запить все это дело. Но мне нужен перекур, да, Артурик? Нам нужен перекур маленький. Мы уходим, куда нас глаза глядят. А, я вижу какой-то дымок. Пойдем туда, посмотрим, что там есть у нас интересного. Стой, 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 лошадка, не умирай. Не умирай, моя хорошая. Не, она жива. Она жива, но очень сильно изранена. Давай, моя хорошая. А есть чем подкрепиться? Да, морковочку. Держи морковочку. Извини меня, не меня. Я задумался, я с сигареткой задумался. Вперед, давай. Извини меня. Прости меня. Простишь, да? Все нормально? Все нормально. Да, охотники за головами, это тебе уже не шрифы. Ого-го-го. А здесь что у нас? Ну-ка, ну-ка. Спокойно. Спокойно. Чего-чего? Так, спокойно. Я... Знаешь, не хочу тебя тоже убивать. Ух, какая лошадка. Ты смотри, какая мощная. А, я же мне знаком, смотри, еще отстреливается. Артурик, мы не будем убивать, понимаешь? Это какой-то у нас торговец, возможно, да? Сюда торговец. Грабанем его вот таким. Мародерством занимаемся у нас. 22 бакса, в принципе, неплохо, да? Что-то грабануть, что-то можно продать, кстати. Нет, я убивать не буду. Я вижу, какие-то есть ящики, шмальные. Мы посмотрим, что находится внутри. Конечно, он скажет шерифу, что то-то и то-то. Патрики пригодятся нам. Что-то еще стоит. Да, заберем. Порох. Так, все, мы уходим. Мы уходим. Артурик, давай-ка вперед. Вперед. Так, вижу, есть какие-то уже границы. Мы уходим подальше от Валенте, потому что там довольно жарко. Но нас не убьют. Нас просто так не взять. Да, Артурик? Мы уходим далеко в путешествие. А куда идем, я даже и не знаю, дорогие друзья. Мне нужны, понимаешь, какой-то план. Вы пишите комментарии, ты занимайся нормальным, добрыми делами. Но за добрые дела много не платят. А вот охотой можно и позаниматься. О! Охота мне нужна будет. Мне нужно мясо. Мне нужно мясо взять. Так, смотрите, там какое-то есть приключение, которое нас ждет, конечно же, ждет. Там перестрелка, что ли, нет? Послышалось. Артур, все нормально. Да, там уже перестрелка. Так, ну-ка бросай шкурку, она все равно плохая. Там какая-то перестрелка идет. Ага. Вперед, Артур. Возможно, кому-то нужна помощь. А возможно, мы кого-то грабанем. Так, 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 кто здесь? Воу-воу-воу-воу. Воу-воу. Ребята, вы чем занимаетесь? Их слишком много. Воу! Ребята, я не хочу ни проблем каких-то. Бросай оружие. Что вы там делаете? А-а-а, походу охотники. Слушай, это охотники. Стреляю. Точно, слушай, это охотники. Я тоже типа охотник. Нормально зажить. Ну пришлось, понимаешь, пришлось убить их. Возьмем Патрики. Смотри-ка. Слушай, да какая-то банда. Есть желтые повязки. А это какая-то реально банда. Да я сам бандит. Да, Артырик? Ух. Ну, смотри-ка, Патрики чем-то поживились. Ну, денег мы не взяли, денег у них нет. Давай, мой хороший, пойдем. Пойдем дальше. А, будем спускаться ниже. А ниже, я понимаю, у нас будут какие-то болота. Понимаешь, чем ниже по равнине, тем более болотость и местность. А чем выше, тем более гористая. Ну, там и холодно. Захотелось нам с Артуром пойти куда-то в теплые края, чтобы
погреть свой зад. А вот грабнуть поезд было бы очень хорошо. Но, к сожалению, поезда пока нету. А можно, знаешь, подождать его. Да, дорогие друзья, мы уже закончим здесь серию. Мы сейчас сделаем костер, приготовим мясо и будем ждать здесь поезд. И уже в следующей серии мы, конечно же, попробуем грабануть поезд. Там, возможно, есть богатые люди, которые везут свои драгоценности и все такое. Давай-ка, разбиваем лагерь. Мне нужно пожарить мясо, с собой взять. И уже, конечно же, увидимся в новых сериях. RDR 2. Реальная жизнь. Всем спасибо, кто смотрел до конца. Всем удачи и всем пока.